Серега, ты еще спуститься решил? Серега, просто побегать надо. Все. Я чувствую, ты набегаешься сейчас. Уже к нему. Да нет, он по науке спускается. У него есть рация просто, может настроить. А он нас спросил, а мы как лошары. Так мы лошары, я всем сказал давно, что мы сосисочные джиперы, я этого не скрываю. И все. Вот пилот. Я чуть-чуть ездить научился и все, а зачем мне рация? В лес вышел, крикнул, Саня! И что? Хочешь, едем, давай. Едем. Едем на Иксыл встречать Новый год. Не, ребята, одно дело, если 31 декабря, и ты едешь вечером и встречать, а когда ты едешь 28-го и встречать Новый год на Ицили, я что-то как-то это не подготовил. Мишей мало, да, Серега? Мишей мало. Все, попер. Это под отсюда доедет. Потому что он там уже давит. Он спустился что-то. Разбегайся. Надо ему сказать. Нет, вот это готовать не надо. Зачем? На тебя надо ехать. Все. Давай, Серега, надо провести этот, как его, ликбез небольшой, да. Вы ошибаетесь. Вот. Смотри, он не спущенный. Смотри, у него колеса накачаны. Американцы ездят, а помнишь, Саня, ты мне скидывал? Там этот Френдлер или как он. И вот он херачит, у него какие-то колеса стоят, там свои родные американские. И он просто... Родные американские колеса. Он, так вот просто, он не сбрасывает, а просто он роет, вот так вот его подтаскает, он как-то едет там. Деревья тоже там сосны или что-то. Да, он, кстати, там тоже в горочку поднимался. Да, они херачат. А здесь... Давай. Я даже смотреть туда боюсь. Серега, ты, видимо, спайсеровские полуоси представил. Давай, Серега, отъезжай. Собака! Вот это ад! Вы только что разговаривали, да, как там типа буксует, роет до земли. Слушай, у него это нагрелись колеса, они горячие. Саня, в этом лету тут не проедем больше. Слушай, спускай больше, ты не спустил 0,5? Колеса. 0,5? Да. У тебя какая ширина? 0,3 делать. А, ну давай. Че, давай сразу же спустим, потому что не видно, что поехали, это. Ладно, поехали, они у них сидят, мне кажется. Че они? Сидят, наверное, широкие. Новое попробуем еще, че вы?
Нету. Есть. Нормально. Серега, заднюю оставь. Оставь заднюю, нормально едет. Лучше. Кажется, что когда мало снега, это плохо. Сейчас я покажу, как можно ходить, когда много снега. Вот. Ну как много снега? Много снега. Всех с Новым годом, здоровья, счастья, любви. Ну что здесь можно пожелать, а? Так хорошо все, красота. А.